Вот это я пришел здесь рядом протока от Оби. Ну, не сама Обь. Вот подальше маленько, вот за этими вот растениями. Ну, холодно, все замерзнет, я быстро. Вот 10 палаточек. Они палатки тут снегом подгребли, чтобы не поддувало. Хорошо одетые. Рядом вот элеватор, его видно. Вот только в одном месте здесь 10 человек. 10 палаток. Видите, как снег вокруг, чтобы не поддувало. Сверла, там отдельно мужик подошел. Вот тут какая-то бетонная рядом стоит. Вот дома большие, говорят, здесь будут строить рядом. Мы здесь прям в низине заваливать. Ну, не знаю. По-моему, опасно тут. Я тут издалека видел, а сегодня решил рядом подойти. Гляжу, новые машины подъезжают тут. Вот так видно. А вот за этими вот домами, рядом прямо, там вот видно даже, вот между машины бегут. О, мост через Обь. Вот они, видишь, какие избушки. Никому мужики не мешают. Спокойненько так у них. Видите, пока какая погода. Ну, градусов, наверное, 25, но сегодня есть. Холодновато так. Вот деревья, а рядом улица тут проходит. А мужик новое сверлит, новое. Я подошел у него, ну пока рыбу никто не может показать. Ничего нету пока, потому что только что начали. Я говорю, какая глубина, он не знает. Там, может быть, как-то можно узнать. Опустить какой-то грузил лот. Марк Твен. То есть под килем 2 фута. Ну все, тут замерзли, сейчас не будешь снимать-то. А там вот, видать, эта труба. Какая котельная тут, прямо колонас. Вот совсем рядом. Вот дальше, видать, желтый дом. Вот здесь вот. Это мой сосед. Прямо рядом, через дорогу, напротив колонки. У них прозрачно, он оттуда может даже смотреть. Я вижу, там шевелится. Ну и вот. Один ближе к берегу, а другие подальше. Тут заходили катера раньше были. Ну все.